Ой, у нас солнышко вышло, как здорово. Посмотрите, вообще прямо так здорово. Вот время еще 11 часов доходит, где-то 10:40. Так, это у меня тот же самый день, который я готовила чахабили. Вот оно у меня. Сейчас будем обедать. Я попробовала. Так, вкусно. У меня пюре же осталось вчерашнего. Я и забыла про него. Так что никакой я спагетти варить не буду. Ну, а на ужин посмотрим. Сообразим. Греем чай. О, растишечкам-то как хорошо. Ой, как они. Смотрите, какое солнце. Я в магазин ходила нормально на улице. Так спокойно. Такой небольшой морозец. Красота, в общем. И здесь тоже солнце. Найдочка погуляла. У меня дедушка сходил уже и на лыжах, и с собачкой погулял. Найда? А, Найда? Отвернулась. Найда. Вот не нравится ей, что я снимаю ее. Я здесь, друзья, уже подготовила для рассады. На комод положила клееночки. Здесь вот у меня вот она, бегонька вечно цветущая. Это вот я сделала черенки герани, обрезала. Это бегонька у меня махровая, красная. Не знаю, как она будет. Так, здесь у меня две королевские гераньки. Забыла, как это называется, цветочек. Так, и вот здесь все красивые гераньки. Вот это вот розочкой будут цвести. Вот, о, смотрите, какое солнце. Красота, снег блестит. Ой, вообще здорово. Здорово, здорово. Прямо аж радость. Вот, ну, конечно, окна еще рано мыть, потом. И вот, думаю, куда рассаду-то я буду ставить? Столько у меня, это, сеять много. Не нравится ей, что я снимаю, да, Найдочка? Да, моя девочка. Найда. Найда. Смотрите, даже не смотрит ведь. Вот, вот ведь какая, а? Ну, вот у нас и обед. Сейчас наложим пюре. Микроволновочки разогрею. Дедушка будет у меня попозднее кушать. Миша это не ест. А я про пюре-то забыла совсем. На молочке с маслом. Все, сейчас микроволновочки разогреем и положим чахабили. Вот. С капусточкой. Вот так поставлю. Вот. Сейчас хлебушек свежий отрежу. Да, где у меня? Свежий хлебушек сейчас нарежем. Наедимся и спать пойдем. Ой, как хорошо солнышко-то. Хлеб крошится. А вот ну, все. Я сейчас сюда подливчика положу. Очень вкусный подливчик. Вот так вот. Попробуем сейчас. Аж слюни текут. Аж слюни текут. Ну-ка, ребята. Очень вкусно. Мы по-простому все.
Сейчас попробуем курочку. Вы знаете, как побольше лука подлив. Объедение. Вот такие прямо. Горячо. Курицы много не надо готовиться. Сегодня выходной. Я сегодня лягу после обеда отдохнуть. Потом Катя придет, не знаю, будем, нет, стряпать. Я хотела постряпать пряники шоколадные. Может, что-нибудь другое захочет. В общем, мы сейчас покушаем, потом встретимся. Так, а сейчас я, знаете, что хочу? Быстренько замариную филе Миши. Ему надо отдельный обед делать. Вот. Хотите? Я покажу, какой маринад я делаю. Кто хочет, посмотрите. Значит, у меня здесь филешечки. Так, 800 видно? 800 с чем-то грамм. Я, значит, вот так вот сразу сюда в чашку сделаю 2 ложечки соли. Так, сейчас травки достанем. Травки, приправки. Так вот. Значит, у меня здесь паприка, я сыплю. Все по вкусу делаю. Так, чесночок сушеный. Острое ему нельзя сильно. И вот, перец черный молотый. Все. Ну, ничего больше не буду. И растительного масла налью. Ну, как всегда, у Гали. Ложки 2. Как всегда, у Гали все падает. Все из рук валится. Так, сейчас, значит, я размешаю. И все, обмажу и уберу. Не знаю, как я ему его, это филе, буду готовить. В общем, что? Это я не буду показывать. Вот, замариновала. Сейчас уберу холодильничек. Вот так прикрою, чтобы оно не обветривалось. Это я все буду, не знаю, как буду готовить еще. Не придумала. Так. В общем, решили мы постряпать разборник. Сейчас поставлю тесто дрожжевое. И вот целый день все что-то делаешь, делаешь и делаешь. Честно слово, без всякого отдыха. Катя пришла, ушли гулять. Я сейчас буду тесто поставлю, настряпаем. Так, ну что, мне масло надо. Так, здесь выложила хлебцы. Пусть съедает. Тут и кукурузные, и ржаные. Это Мишина еда, пусть доедает. А то те вкусные хлебцы съедает, а эти уже это. Ну что, значит, сейчас я приготовлю все для теста. Так, ну все. Вот что мне надо для теста, сейчас я вам покажу. Вода 0,5 литра. На эту порцию тесто очень хорошее, попробуйте. Оно, во-первых,
чайную ложку соли. Ну, у меня чайная, это можно сказать. Так. Раз я буду сладкую выпечку делать, я положу без горки 3 столовые ложки сахара. Вода у меня из-под крана горячая. Пачечка дрожжей, здесь 11 грамм. Все размешали. И наливаю на глаз масло. Ну, миллилитров 50. Вот так вот я пальчиком вот сделала. И сейчас налью. Очень хорошее тесто, друзья. Еще нальем. Все. Ловим муку. Все размешали хорошо. И сейчас будем добавлять муку. По чуть-чуть. А пару я не делаю, я даю ему так подниматься, стоит, поднимается. Потом я его еще примну немного. И все. И вот так вот я ложечкой вымешиваю хорошо. Густое я не делаю. Вот это и то, наверное. Нет, нормально. Нормально. Вот так. Все, сейчас я прикрою полотенчиком и поставлю в теплое место. Такое тесто получается. До готовности у меня с обминкой где-то час оно у меня стоит. Можно еще вот так я делаю. Сейчас чуть-чуть налью на ручку масло. Вот. С ложечки снимем. Еще помнем немножко и все. И потом, конечно же, я вам покажу нашу выпечку. Все убираю, пусть стоит. Вот все. Сейчас тесточко выложим, настряпаем разборником. Так, буду вот в этой формочке делать. Ну, маслом смазала. И нормально. Так, давайте сейчас я... Вот. Все, не буду сразу выкладывать. Тесто получилось. Вот такое. Сейчас наделаем. Так, буду делать я со своим яблочным вареньем. Так вот. И будем ложить, значит. Ладно, я потом покажу. Вот сюда буду ложить пока. Так, что я хотела еще? Ну, ладно. В общем, как я делаю? Я вот так отщипываю. Вот так вот. Лепешечку. Так. Возьмем маленькую ложечку. Вроде густое. Не должно сильно выбежать. Сюда ложу и защипываем.
хорошо защипываем его. Сейчас он у нас еще в формочке постоит на расстоечке. Вот так. И будем вот так укладывать. Все делаем. И вот так вот лепим наши булочки с джемом. Вот так. Сейчас они у нас еще постоят, поднимутся. Боже, сколько сделала. Сейчас еще доделаю. Ну вот, сейчас они у меня маленько постоят и в духовочку. Ну вот, наш пирог. Пирожки, булочки, как там назвать? Ну, горячие еще только достала. У нас уже вечер, стемнело. Включила растишком лампу. Вот. Ну, все остынет. Ребятки придут, и мы будем пить чай. На этом я буду прощаться, мои дорогие друзья. Всем доброго здоровья, крепкого, доброго здоровья, хорошего настроения. Хочу поблагодарить вас за лайки, за комментарии. Заходите. Я буду всем очень рада. Будем с вами сеять, готовить, кушать, общаться. Пишите мне, как вы ставите тесто, что вы готовите. На этом буду прощаться. Всем пока!